Юрий Павлович, команда готовится к Краснодару. Понятно, что после победы настроение хорошее. На сегодня не было Гильермо, и плюс это единственный футболист в составе «Локомотива», вызванный в национальную сборную. Это плюс для нас или не очень? Конечно, это плюс. Когда игроки вызываются в национальную сборную, это поднимает значимость клуба. Гильермо на сегодняшний день объективно вызван в сборную. Он один из лучших, на мой взгляд, вообще за все последнее время, за всю историю «Локомотива». Он имел два после матча, мы ему дали два дня выходных. Завтра он приступит в общей группе и будет готовиться к Краснодару. Количество людей на этот раз вызванных в сборную будет меньше, чем обычно это бывает у нас. Наверное, это для тренировочной работы неплохо. Мы проведем такой хороший тренировочный сбор, так как команда до этого времени, она в таком большом составе основных игроков очень мало тренировалась. Ну вот надеемся, что этот сбор, вот этот двухнедельный, он нам принесет пользу в плане физических кондиций. Чем этот Краснодар отличается от прошлогоднего? Краснодар, наверное, особенно не отличается. Наверное, отличается отдельными игроками, которые новые пришли. А ведение игры, как оно было, комбинационное, так оно и осталось. И каждый тренер эту свою идею клуба поддерживает, которая приходит. Сегодняшний тренер то же самое делает, продолжение, и он не ломает старые связи. Они очень и очень хорошо у них просматриваются. Команда «Краснодар» играет хороший, активный футбол. И я думаю, что будет очень интересный матч, тем более на таком прекрасном стадионе, как Краснодаре, на идеальном поле. Я думаю, это будет праздник для болельщиков. И надеюсь, что футбол будет высокого уровня. Мы тоже предпочитаем игру атакующую. Не все получается, но само направление у нас такое –